Всем снова добрейшего времени суток, хорошие люди. Вот, теперь по ТДКушечкам, запечаточкам готов пройтись. Вот такая вот есть запечатка под распечатку, скорее всего, потому что задирочка здесь есть. Второй тип ленты, относительно она из недорогих, собственно. Вот такая вот прекрасная кассетка. Лента здесь вообще офигенная. Как говорится, нет вопросов. У таких ТДК вообще проблем нет. Вот такой достаточно редкий ADX-ик. В корпусе очень прикольном, интересном, потому что у него вставочка такая, стекло большое, как бы вставлено в основную, в основной корпус самой аудиокассетки. Прекрасная вещь. Вот тоже, естественно, к обмену, к продаже, кому как удобно, угодно. И вообще, если есть интерес. Так что... Так, поехали дальше. АДшечка тоже такая нечастая в запечатанном виде. В распечатке у меня такое количество есть. А это же такой дизайн немножко промежуточный. Вроде вот этот вот угол, всеми известный на европейском просторе у ТДК-Д. Но здесь вот этот угол еще при сочетании такого дизайна. Ну, тоже, конечно, желание-то распечатать есть. У меня... Но, не знаю, посмотрим, короче, когда как пойдет. Если кому-то захочется запечаточку такую в коллекции у себя иметь, то нет вопросов. Вот, всегда готов рассмотреть варианты обмена. Вот эта СД-шка мне покоя не дает, елки-палки. Очень сильно мечтаю распечатанные такие СД-шки где-нибудь надыбать. Вообще в продаже, ну, можно сказать, их не было. Один раз в жизни видел распечатку, и то она какая-то была, даже по моим меркам, очень такого человека, которому внешний вид так себе, не сильно принципиален, она была настолько убитая, что просто нет слов. Вот, вот эту вот готов именно на распечатанные. Очень жалко мне ее распечатывать, если честно. Упаковочка в прекрасном состоянии и все такое. Для американского рынка она, 87-й год, все дела. Вот, очень хочу пощупать пленку, никогда в жизни ее в руках распечатанную не держал. И безумно хочется. Но пока не можется. Потому что распечатывание данной прекрасной кассеты приведет к тому, что она потеряет в цене раза в три, как минимум. Вот, а стоит она тоже энное количество денежек. Так, вот такая Машечка замечательная. К этому металлу у меня вообще претензий никогда не было из серии МА. Вот у МА были так себе пленки. Вот. Но здесь, кстати, на упаковке тоже следы наклейки. Сама упаковка без каких-либо вроде бы повреждений. Но это так для коллекционеров информация. Вот, с этой улыбкой, с так называемой. Шикарные пленки у них для американского рынка, для японского вот тоже такие же. Дизайн, единственные надписи отличаются на самих кассетах, на упаковочной этой пленочке. Вот, этот самый. Коробочка сама большая, не слим еще, что я, кстати, очень сильно люблю. Я слимовские не очень люблю. Хотя у ТДК слим было несколько даже версий коробочек. Вот, вот такая вот замечательная четвертого типа, 60 минут. Прекрасная лента, больше добавить нечего. И симпатичная кассета. Так, вот такая вот замечательная CD-Ink. В принципе, тоже готов ее поменять, если есть у кого-нибудь распечатки. Можно даже с подписанными этими своими бумажками, вкладышами. Есть вкладыш углом. Ничего в нем такого супер-пупер very best нет. Вот, с дельфинчиками она, по идее, должна быть. В общем, люблю. Очень приятный дизайн. Нервы успокаивает. Сам дизайн кассеты вообще класс. Шикарная вещь. Пленка на 5 с плюсом. Вот у них прям с пленкой вообще проблем никаких. Так же, как вот нет проблем с пленкой вот у этих супер-авелинчиков прекрасных. Вот. Это у нас тоже рынок не японский. Это у нас американский рынок. Но упаковочка с задирами, поэтому, в принципе, под распечатку. Если кому-то интересно, то милости просим. Вот, на рассмотрение. Потом первого типа дэшечки всех форматов. Вот да, такая вот.
Дэшечка, по-моему, вот это американская. У меня таких несколько, по несколько штук. Это я так по одной разной показываю. Вот. Дэшечка вот такая вот. Это все разные дэшечки-то, между прочим. Американский рынок. Так. Дэшечка вот такая вот. Это у нас в России здесь продавалось без проблем. В Москве в частности. Это стандартная российская версия, так назову. Вот. Это вот что-то редкое. Возможно, американское. Тоже только в другом дизайне. Вот это вот такая интересненькая, хитренькая. Вроде как и катушечки предыдущего модельного года. И уже угол есть. Коробка, естественно, еще не слим. Вот. Вот такая вот прекрасная дэшечка. Ну, к ним вообще претензий нету. Хотя очень-очень редко бывают запечатки, как ни странно. Бэушные вообще без проблем. Все шикарные, как всегда. А вот к запечаткам у меня иногда были вопросы, но, как правило... Это так, исключение. И бриллиантики такие. Ну, бриллиантиков везде полно, они бывают разные. И это бриллиантики хорошие, а именно они на саморезиках. То есть они разборные. Разборные бриллиантики – это не частая позиция. Очень много, достаточно дешево продаются бриллиантиков неразборных. Вот, это, ну, Таиланд, в общем-то, что, что есть. А вот неразборные я, если честно, не знаю. Так что так вот. Ну, это так, в двух словах о ТДК. Вот. Так, продолжаем наши игры.